региональном парламенте в среду 10 июня состоялась 27-я сессия окружного собрания депутатов. В рамках заседания парламентарии рассмотрели более 20 вопросов. Сессия началась с обращения временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного в адрес парламентариев и всех жителей региона. Уважаемый Александр Ильич, уважаемые депутаты, референдум по объединению Ненецкого автономного округа и Архангельской области 13 сентября сего года не состоится. Это уже очевидно. Любой другой конкретной даты проведения референдума нет. Но что же есть? Есть государственная задача по развитию Арктики, по развитию инфраструктуры Северного морского пути, по диверсификации нашей экономики в интересах России и, самое главное, в интересах будущих поколений Ненецкого автономного округа. В свою очередь депутаты окружного собрания, учитывая, что процесс объединения прекращен, предложили в РИО губернатора распустить рабочую группу. Нам действительно надо переходить от политической составляющей, которая считает, что вот эти вопросы закрыты, к вопросам, которые требуют настоятельного решения. У нас в июле будет заключительная сессия этого политического сезона. Нам во главу угла надо переходить к хозяйственному вопросу. Те вопросы, которые касаются и поднимали депутаты в трех минутках, нам надо заниматься жизнью нашего региона, посмотреть, что делать дальше, а самое главное – решать те вопросы, которые стоят перед нами сегодня, здесь и сейчас. В числе основных вопросов повестки дня – исполнение окружного бюджета за 2019 год и внесение изменений в окружной закон о бюджетном процессе. Когда рассматривает администрация у себя на комиссиях с ГРБС, приглашает депутатов, депутаты также принимают участие, а затем при внесении бюджета на площадку собрания депутатов сама администрация проводит публичное слушание и приглашает все общественные организации, жителей округа, которые, может быть, в это они внесли только бюджет, но депутатам еще не рассмотрен. Поэтому таким образом идет общественное обсуждение. То есть вот публичное общественное обсуждение. А затем, когда вносится в собрание депутатов, уже депутаты, также принимая участие при рассмотрении, значит, на площадке администрации, уже могут вносить поправки. Ряд вопросов касался передачи отдельных полномочий с регионального на муниципальный уровень. Мы приняли в двух чтениях проект закона, по которому с ведения органов государственной власти, то есть Ненецкого автономного округа, мы передаем дороги, а именно это дорога по улице Хназейского, Выучейского, Первомайская, улица Ленина и Октябрьская на содержание в город Нарьян-Мар. Ну, я думаю, что здесь все логично. Это как и у людей. В доме должен быть один хозяин. Соответственно, в городе Нарьян-Маре должен быть один хозяин. Это администрация города. Речь идет о таком очень волнующем вопросе, как содержание и ремонт дорог. Поэтому я думаю, что город с этим справится. Также на сессии депутаты окружного собрания приняли обращение в правительство России. Оно касается упрощения процедуры восстановления предпринимателей в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Как пояснила Наталья Кардакова, численность занятых в секторе МСП определяется на основе данных, содержащихся в едином реестре. Вместе с тем он не дает объективной картины. В округе у нас численность малого и среднего бизнеса по реестру отличается от тех, которые зарегистрированы юридические лица, примерно на 300 человек. Малый и средний бизнес должен быть обновлен в реестре на 10 августа. Если на 10 августа их не окажется, то таким образом этот малый и средний бизнес не будет получать никакой поддержки, в том числе у нас с окружного бюджета, а у нас оказывается значительно помощь – это и субсидии, это в том числе и гранты. В обращении к председателю правительства Российской Федерации содержится просьба рассмотреть вопрос о возможности восстановления предпринимателей в едином реестре. Также предлагается упростить процедуру восстановления МСП в едином реестре в течение следующего месяца или квартала в случае подачи соответствующих сведений в срок до 1 ноября. Кроме того, предлагается не исключать предпринимателей из реестра в течение от 1 до 3 месяцев в случае непредоставления отчетных сведений с уведомлением предпринимателя о возможности устранить нарушения и восстановить в реестре в онлайн-режиме без визита в налоговую инспекцию, пояснила Наталья Кардакова. Иван Никонов, Владислав Носкин, Антон Водряков, телеканал «Север».